Рисовалкины. Всем привет, ребята! Вы на канале Рисовалкины. И сегодня, в этот летний жаркий день, мы хотим с моей дочкой нарисовать арбузики. Долька арбузика. Давайте с нами. Берем простой карандаш и начинаем рисовать нашу дольку арбуза. Все умеют рисовать дольку арбуза? Сейчас покажем. Да, София, как ты умеешь рисовать дольку арбуза? Небольшой арбуз. Угу. У меня самый большой. Самый большой будет у Софии, да? Вот такой. Угу. У мамы маленький арбузик, так что... Так. Нам нужно полоску сделать. Да, обязательно. Потому это половина. Делаем две полосочки. У нас будет такая кожура еще зеленая, мы добавим. И салатового кожуры. А у меня не будет салатовой. Семечки нарисуем в арбузике. И арбузик у нас будет еще с глазками. У меня будет без глазок. Без глазок будет? Да, порция с рожком. Хорошо. Так. И сделаем мы его таким интересным, необычным. Как будто его уже кто-то укусил, да? Ну да. Так интереснее смотрится. Потом мы рисуем большие глазки. Внутри делаем два кружочка наших глазок. Потому что глаза у нас будут черные, два кружочка. Не, мне нужно постирать, потому что я сделала единорожек в конце, а еще и обгрызок буду делать. Хорошо. София в конце решила делать еще единорожка. Арбузику приделать рожек, когда, да, чтобы он был смешной. Когда... Да. Да, ты рисуешь? Потому что я уже дорисовываю семечки своему арбузику. А София решила поговорить с вами. Сейчас я буду начинать уже обводить контур и закрашивать наш красненький арбузик зеленой кожурой с черными семечками, черными глазками. И будет у меня розовый язычок. Так же, как и у Софии. Да? А глазки ты забыла? Или он без глазок у тебя будет, да? Да. Просто с семечками. Он будет с семечками и еще с единорожком, когда... Хорошо. Еще обрезочек. Да. Пока приступаем... София дорисовывает и приступаем обводить контур нашего арбузика. Закончили рисовать и раскрашивать наши арбузики. Они получились абсолютно разные и каждый интересный по-своему. У меня с глазками, у моей дочки без. Выбирайте, какой нравится вам больше. Мы раскрасили зеленая кожура. У меня еще салатовая добавила. Черные глазки, черные семечки. У меня розовый язычок и наши красные арбузики. Ну а на этом мы заканчиваем и с вами прощаемся. До новых встреч. Всем пока-пока. Подписывайтесь и ставьте лайк.